Губернатор пообещал оставить без работы дорожников, которые кладут асфальт на снег. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Инстаграм. К Дмитрию Артюхову поступило обращение от жителя Ноябрьска, который пожаловался на качество дорожного полотна в городе. По его словам, причина – нарушение технологий при укладке асфальта. Его кладут на снег. Глава региона подчеркнул, что сотрудники и компании, которые будут замечены в подобных нарушениях, больше работать не будут. Губернатор попросил не замалчивать такие факты, а сообщать о каждом аналогичном случае. Прямая трансляция с Дмитрием Артюховым прошла в субботу, 5 октября, в аккаунте главы региона в Инстаграм. До начала трансляции было прислано больше 2000 вопросов и комментариев. Общение с населением длилось чуть больше часа.